На первом месте Сургут, 60 человек, на втором Нижневартовск, далее Урай, 18 случаев. Третья волна отличается тем, что не только взрослые, но и дети уже не переносят заболевание бессимптомно. У подростков оно нередко заканчивается пневмонией. Всего с начала пандемии в округе более 64 тысяч человек заразились новой коронавирусной инфекцией. В Нефтеюганске уже 3,5 тысячи подтвержденных случаев.